Добрый вечер, дорогие любители футбола. Мы с вами присутствуем на удивительном матче. Мяч в центре, и игра пошла. Великолепную технику демонстрируют братья Месси. Ситуация ворот правых. Опасно! Булыкин! Забивать надо такие моменты в шпагате. Булыкин едва не переправил мяч в ворота, но получил, судя по всему, травму. Прихрамывая, Булыкин возвращается в поле. И, по-моему, собирается отомстить обидчику, хотя вот этот футболист мадридского Реала совершенно ни при чем. Похоже, он не из футбола, а из карате. Дружок появляется на поле, непонятно, за кого он играет. Возможно, он нейтральный, а возможно, он и за правых играет. Вот сейчас, как он здорово прорывается по флангу, пытается сыграть пас. Отбирает мяч и бежит. Вау. Так, счет непонятно какой, игра продолжается. Бекенбауэр, забирай мяч, Бекенбауэр, позор, грубейшая ошибка вратаря. Мадридский Реал здесь с Барселоной обнимается, только вот в таком нашем удивительном матче можно наблюдать такую картину. Тут же ответ правых, забивать надо, Месси, удар в девятку, 1-1. Великолепная игра, самый маленький Месси на свете забивает гол, и счет становится 1-1. Вратарь выбегает из ворот, выбивает мяч на чужую половину поля. И что происходит? Мяч покидает пределы поля. Тормози! Месси, Месси, поосторожнее с ветераном Бекенбауэром. Надо с уважением к старикам относиться. И еще одна атака. Булыкин перехватывает мяч. И Пете пора домой. Ну, смотрите, что это происходит. Обладатель кожаного мяча Пьетро Буффонище хватает этот мяч и несется во весь опор домой. Там стынет борщ. Как же играть без мяча? Никак. К сожалению, матч окончен. С вами был Георгий Черданцев. Пойду сварю пельмешек. Нам не все равно, как вы играете в футбол. Покажи свой фристайл и получи призы от М-Видео. Подробности ВКонтакте и Фейсбуке.